Вчера в Рязанской области завершилось предварительное внутрипартийное голосование партии «Единая Россия». Готовились к нему 2 месяца. Нельзя не отметить, явка была высокой. По предварительным данным, более 94 тысяч человек пришли на участки счетной комиссии, чтобы поддержать того кандидата, которого считают наиболее достойным. Я думаю, что «Единая Россия» представляет уже не первый год для избирателей уникальную возможность познакомиться с кандидатами в депутаты задолго до того, как будет реальное голосование. Причем не просто познакомиться, а выразить свое отношение к тому или иному кандидату. И это отношение становится для «Единой России» определяющим. То есть на предварительном голосовании каждый избиратель может отдать свой голос тому или другому кандидату, тем самым высказать свою рекомендацию, кого бы он хотел видеть в будущем во власти. Но в данном случае речь идет о областной думе, об областном законодательном собрании. Мне кажется, эта возможность, она действительно уникальна, потому что я не знаю ни одной другой партии, которая бы осмелилась вот так откровенно говорить о своих кандидатах. Голосование проходило в открытой форме. Каждый желающий в любое время мог узнать любую интересующую информацию. Я считаю, что «Единая Россия» очень хороший, как бы, избрала путь, проводя вот такие предварительные выборы. Я как представитель сферы культуры хочу сказать, что мы встречались неоднократно предварительно на собраниях с кандидатами, выслушивали их программы, то, что хотят кандидаты сделать для улучшения в нашем регионе. После закрытия всех участков счетной комиссии в информационном центре предварительного внутрипартийного голосования состоялся брифинг для представителей региональных средств массовой информации. Председатель областной думы Аркадий Фомин, председатель оргкомитета по проведению предварительного внутрипартийного голосования Инна Калашникова и заместитель председателя региональной счетной комиссии Вячеслав Медведев подробно ответили на все вопросы журналистов по поводу этого праймериса. Отметили, что всего по Рязани проголосовало 30 тысяч человек, по области же 62 тысячи. Особо отметили районы Рязанской области, в которых явка была самой высокой – Петелинский, Шиловский, Касимовский и Александр Невский.